Здравствуйте! Хочу вам показать, насколько разными могут быть трубочки. Вот это трубочки, окрашенные в белый цвет, из полосы 17 сантиметров. В начале своего пути плетения из бумажной лозы я покупала разные материалы. Вот эти трубочки, накрученные из полосы 10 сантиметров, бумага 60 грамм на метр квадратный. Вот три пучка окрашенной лозы из ширины полосы 6 сантиметров. Это обычная лента для клейки окон. Плотность бумаги 55 грамм на метр квадратный. Рука не поднялась выбросить такую бумагу. Из остатка всей бумаги я скрутила трубочки. Всю лозу кручу на спицу 1,2 мм. И получила такие результаты. Вот эти большие трубочки я положила так для сравнения. Они из бумаги 45 грамм на метр квадратный Монди. Вся бумага под колером практически белого цвета. Хочу показать, насколько по-разному ложится цвет в зависимости от того, какая бумага у вас была до окрашивания. Призываю плетунов не избавляться от остатков ненужной бумаги, крутить лозу, проводить свои эксперименты. Мы все знаем, что качество плетения приходит с опытом. Поэтому давайте набираться опыта. Дорогие подписчики и гости моего канала, что сплести мне из этой лозы? Жду ваших комментариев.